Дом Российского исторического общества. 3 марта здесь состоялось важное совещание. Собравшиеся обсуждали создание реестра уничтоженных в недружественных странах исторических памятников. Этот вопрос, серьезно обострившийся в последнее время, своими корнями уходит в конец 80-х годов, после распада Советского Союза на территории бывших союзных республик и на территории государств стран Варшавского договора начали формироваться новые национальные государства, вынужденные фактически почти с нуля вырабатывать собственную идентичность. Зримым воплощением этого курса стала полномасштабная война с советскими мемориалами, охватив вначале Прибалтику и Польшу. Эта тенденция захлестнула и бывшую союзную Украинскую республику, а затем и ряд центральноевропейских стран. Противостояние вокруг бронзового солдата в Таллине, варварский снос памятника маршалу Коневу в Праге и так называемые законы декоммунизации, принятые польским сеймом и Верховной Радой Украины. Список примеров враждебного отношения к России можно продолжать, хотя каждый раз уничтожение советских мемориалов сопровождалось массовыми протестами местных жителей. Несмотря на абсолютную аморальность войны с памятниками, речь идет о формально суверенных государствах, действующих на собственной территории. Впрочем, вполне вероятно, что в будущем в этих странах к власти придут более конструктивные силы, заинтересованные в восстановлении исторической памяти, а значит и наших общих памятников. На основе наработок Российского военно-исторического общества в кратчайшие сроки будет создан фундаментальный и дополняемый перечень утраченных в недружественных странах объектов, который объединит данные МИДа, Министерства обороны и исторические материалы, собранные волонтерами. Запущен и работает очень успешный, востребованный портал «Место памяти», на котором уже сегодня саккумулирован некий объем информации, касающийся памятников за рубежом. Но вот дополнительная такая вот опция технологически, это, на мой взгляд, достижимо. Очень важным, мне кажется, сделать так, чтобы эти объекты были визуализированы, описаны, и это в каком-то смысле, в прямом смысле слова, их сохранение. Вместе с тем Сергей Нарышкин призвал не преувеличивать масштаб этой эпидемии исторического беспамятства. Ведь большая часть цивилизованного человечества, как и раньше, испытывает признательность по отношению к нашей стране. К примеру, наши африканские партнеры, руководствуясь чувством благодарной исторической памяти, обратились с предложением об установке в столице Зимбабве, в городе Харара, нового монумента, посвященного победе Советского Союза в Великой Отечественной войне и освобождению Зимбабве от колониального владычества. Полагаю, что нам также следует подключиться к решению этой задачи. Новый цифровой ресурс станет доступен уже в этом году. Служба информации фонда «История Отечества».